я говорю, что я живу в Одессе. У нас в Одессе это не едят. Икру из синеньких, икру из баклажанов. Мы испекли синий, перец, постное масло, как говорят в Одессе, которое одновременно и растительное. Так это выглядит в полуфабрикате. Мама все это делала с помощью секачки. Причем еще секачка должна была быть деревянной. Я это делаю обычным ножом. Это все делается на раз-два. Вот так вот Кирилл быстро справляется с чесноком. Это я делаю сейчас вариант сырой икры. Зеленый так называемый. То есть вот это уже бутовое блюдо. Двор у нас делился пополам, как вот сейчас приблизительно с переименованием улиц. Одни говорят, что икра должна быть сырая, а другие... Вот готовили вот таким вот образом икру, а потом ее на сковороду с томатной пастой или с помидорами обжаривали. Я так не люблю. Рецепта точного ни у кого нет. Такая у меня подача. Перчики печеные, помидоры вокруг свежие. Это икра из синеньких.